Ветераны, сегодняшние работники бамовских городов, волонтеры, а также молодое поколение. 1500 участников стали постепенно заполнять собою Красную Пресню, центральную улицу Тынды, чтобы принять участие во всероссийском шествии. 50-й юбилей Байкало-Амурской магистрали собрал гостей со всех регионов страны. От Калининграда до Владивостока вся Россия строила эту дорогу, и теперь всей России отмечаем. Сложно не заметить, что каждая из 16 колонн в своей уникальной форме. Наши забайкальцы идут в голубом. Вон они. И вот шествие постепенно начинает свое движение. Колонны ветеранов подтягиваются, уступая место технике, которая в разное время использовалась при строительстве БАМа. Возглавляет автопарад легендарный самосвал «Магирус Дойц», который использовался с 1975 года при транспортировке грунта. За ним следует знаменитая косолапая «Татра» для перевозки скальника. Такое прозвище получила эта машина среди строителей. Дальше уже идут модели помоложе и посовременнее, наглядно демонстрирующие, что время не стоит на месте. Но самое главное – это, конечно же, люди, выступающие вслед за техникой. Приморский край, Адыгея, Новосибирская область, бамовцы живут везде. У некоторых делегаций есть даже свои символы. Кто-то привез с собой национальные костюмы, кто-то целого тигра. Забайкальскую делегацию можно узнать по каске. Несмотря на возраст и 30-градусную жару, наши обозначают свое присутствие громогласно. О том, что для жителей Тынды юбилей магистрали – это событие особенное, можно судить и по количеству зрителей. Каждый спешит поздравить соседа и всех присутствующих с праздником, успевая снимать происходящее на камеру мобильного телефона. Чувствуете ли себя бамовцем настоящим и снова молодым? Конечно, чувствуем. Когда речь заходит о БАМе, начинаешь понимать, что только наш народ может так, такие трудовые подвиги совершать. Байкальскому БАМу! Ура! 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 Финальной точкой шествия стала площадь 25-летия БАМа, где состоялся большой концерт. Утром это значимое для жителей города место украсил еще и новый монумент, рассказы о котором уже давно ходили на просторах интернета. Каждая деталь памятника настолько точна, в каждом штрихе видна история, в каждой фигуре читается «Мы строили БАМ». Дарья Пьяникова, Екатерина Пешкова, Владимир Николаев, РТК «Забайкалье».